Друзья мои, всех приветствую. У нас сегодня новый день, и мы снова с вами вместе. У нас такая тут покупочка. Сегодня 23 августа. У Саши день рождения. Они съездили, кое-что прикупили. Так. Рожжик обязательно, потому что будут у нас шашлычки. День рождения мы немножко попразднуем в семейном кругу. Так, ну что они тут набрали? Йогурты купили. Йогурты. Что-то вы йогуртов так набрали прям. Ой, ну давай вот сюда вот. Поклади. Вот сюда вот арбузик. Клади. Ложь. Во, большой-большой арбуз. Так, хлеба. Обязательно взяли чипсы. Зачем-то непонятно. Так, чеснок сушеный. Хотят замариновать мясо. Хлеб. Какие-то вкусняшки, наверное. Матвейки. Снова вкусняшки, снова Матвейки, да? Ну, это не только Матвейки. Это для всех. Так, иммунели. Что, иммунитет? Для Матвея? Понятно. Так, майонез. Майонез оливковый, майонез ИЖК. Так, снова иммунели. Так, вот такой, что это у нас? Бисквитный рулет, наверное. Да, бисквитное печенье. Бисквитное печенье вот такое взяли. Так, тут снова сырки и иммунели. Так, это у нас что такое? Соус какой-то, да? Этот, это для маринада соевый соус. Соевый, ага. Где вы его брали? Магнит. Это вот такой. Надо было чесночный лучше взять. Угу. Так, ну ладно. Так, рулетики. Кексики. Ой, ну вы много всего взяли, не по моему списку. Так, у тебя в списке было только мясо. Ну, мясо, что еще, майонез, соусы вообще-то. Ну да, правильно. Все. Сладости не подразумевались. А, ну, торт я забыла сказать, кстати, и вам не позвонила. Ну, торт у нас еще оставался, так что, ну, еще бутылка. Ну-ка, на, Данечка, держи. Так, мясо, да, мясо я заказывала. Все-таки вы купили вот это все, надо мариновать, получается, да? Я хотела, конечно же, готовое. Так, купили сосиски, я так думаю, пожарить, наверное, да, для начала. Ну и шашлык свиной. В общем, его тоже можно, в принципе, сейчас разожжете, пока это все маринуется, да? Сам будешь мариновать. Так что такая покупочка получилась ко дню рождения мужа. Ну и, в принципе, будем жарить шашлыки и будем поздравлять нашего, моего мужа, вашего папку. Уже готовы шашлычки. Вкуснятина. Шашлычок. Овощей порезали. Еще куриный шашлык Толя замариновал. Так что куриный где? Будем кушать. Ну, стоит в ведре. Ну. Я сегодня ничего такого не готовлю. Нам достаточно будет шашлыка, овощей. Так что наедимся досыта. Фига она нагрелась таким вот. Так жара. Сегодня такой день жаркий вообще прям. Красота. Что, в бассейн пойдем? В бассейн. Обязательно. Обязательно. Но все равно хороший денек. Свеженького, холодненького пивца. Это не жара, это уже возраст. Нет, усталость может, да? Да нет, усталость. Ты бы увидел, как я гнал. Я тебе говорю, за полчаса до Шадринска. Что ты гонишься? А? Что ты гонишься? А я до Кургана-то за сколько доехал? За час чем-то? Ну, да, ну, знаешь, на чем? На 99-й своей. Попка-гонщик. Давай, наливай свежего пива. Выпьем за твое здоровье, чтобы ты у нас был здоров. Да? Посидим немножко, домой, наверное. Потому что жарко, да? Жарко. Да, ну дожарим шашлыки.
дожарить шашлычок, скажи домой. Да, а то с нами тут попразднуешь. Горячая? Да нормально. Она нифига не горячая. Самая крепкая. Что тут у меня, Спуся? Что тут у меня? Интересный. Ага, в рот сразу. Сразу в рот. Евонька! 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 Ну погода, да, хорошая сегодня. День такой хороший. Душа. В прошлом году, кстати, что? День рождения 23 августа. Что было? Хороший день? Тоже тепло было, тепло, да. Тепло было? Ну, нам вот в Йобург поехали, не повезло. В смысле? Вот. Хорошая погода была. Нет, когда мы 15-го или какого мы поехали? 16-го. И вот с 15-го или 16-го погода испортилась, как бы холодно. Ну, ветерок был. Ну, нормально, ну, погода. Прохладно. Наоборот, нет, представляешь, прохладно. По жаре с детьми таскаться? Ну, понятно, ну, что мы погуляли, по жаре так, не по надо. Идее, нормально. Но все равно прохладно. А когда мы с тобой... Куда? Отдыхать-то... Ездили на озеро. Все собрали. Купили, короче, матрасы надувные, всякую всячину. Помнишь же, ты было несколько. Такая дорогись набрала, короче, в магазине. Бах! И резко с 15-го похолодания. Мы приехали, там уже холоднее. Надо прогноз смотреть. Ну хотя прогноз приходит, но тоже не все. Всего один день мы опоздали. Тепло ушло. Это было несколько лет назад. Дети еще поменьше были. До года 4 назад, наверное. Надо ей, надо. Ну что, присаживайтесь, Александр Васильевич. Ну что-то так официально. Сегодня всегда Саша был. Ну сегодня можно. Секретный ход муж. Ну муж это я так на видео говорю, потому что, знаешь, некоторые... Чтобы понимали. Понимали, да, что это муж. А так, конечно, это Александр, Саша, папка наш, любимый. Ну что-то сел как-то это. Ну давай. Дорогой мой, ну давайте, Рью и остатки у нас летают. Здоровья тебе крепкого, чтобы у нас все с тобой было хорошо, да. Ну, дружно жили. И жили вместе до самой смерти. До самой старости. Ну давай. Ну чё ты? Да. Поедим потом. Да, подарок надо. Подарок подарим попозже. Давайте покушаем. Приятного аппетита. Спасибо. Жарко. Ну вот видишь, что... Видишь, как я загораюсь какие-то. Что ли? Лучше сюда вот так. Папу будем целовать. Да? Папу будем целовать? Так панама, ага. Все, все, все. Вот так интереснее скажи, да? Там папа. Папа у нас сегодня именинник. Давайте. Днем рождения. Спасибо. Да, моя мама. Папа, с днем рождения. Папа наш любимый. Давай, не болей, чтобы ты у нас здоровый был. Долгих лет жизни тебе. Да? Чтобы папа с нами был всегда. Только с тобой, а без тебя ни зачем я тебе вообще. Долгие лета. Долгие лета. Хорошо, когда лето, ага. Угу. Лето пролетит мгновенно. Я заметил. Сегодня у нас лето. Уже считай. Ой, здорово. Сейчас сентябрь. Гости не приходят. А, ну гости не пришли. Ты же приглашал же? Приглашал. Нам какие гости у нас? Дети маленькие. Ну, у меня как раз Ева с матерью разговаривает. Ева-то ревет. Ну. Евочка, ну-ка говорю, уйди от дыма. От дыма-то, Саша, отойди. Ну. Не знаю, подумаем. Подумали. На день рождения, да, подумаем. Угу. Вот взрослые. А почему должны приглашать на день рождения? Странно.
Ну нет, как говорится, ну нет, родственников обычно не приглашают. Вот я про родственников говорю. Я всегда так думала, что не приглашают. Оказывается, всех приглашать надо. Не приглашать, а прям звать. Давай, ну пожалуйста, ну приходите. Кому надо, тот поздравил, тот пришел. Сейчас дожарим мяско. И домой пойдем, потому что жарковато, да? Ну еще партия будет мясо. Еще партия? Еще, наверное, на ту. Ой, ну сейчас эту партию съедим, эту партию. Эту партию можно заморозить. Ну можно не жарить больше, в принципе, сейчас куда, для кого нам? Ну, мы уже наелись. Ну вы крылышки пожарить думаешь? Ну вдруг гости все-таки явятся, у нас же гости неожиданно являются. Еще одна. Поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, успехов и побольше ума. Спасибо, Света. Самое главное – здоровье. Спасибо, Света. Так, ну вот, сестра тебя поздравила. Сейчас мы тебя будем что ли поздравлять. Давай, присаживайся, именинник. Что-то ты стоя поздравления наши принимай. Ну как так сижу? Ну присядь. Ну это что такое? У нас с сыном подарок тебе, вот такой вот. Коробка. Ну, мы, да. Мы тебе решили купить новый телефон. Потому что у тебя телефон глючит. Так это же хорошо, что глючит. Ты мучаешься, не дозвонишься до тебя, а тут, это пожалуйста, точно. Новый телефон. И ты будешь хорошо пользоваться. Я думаю, ты будешь доволен. Да, мы тебя поздравляем. Здоровья тебе крепкого. Счастья. Счастья нам с тобой вместе. Любимый мой. Поздравляю, пап. Все, будешь нормальный телефон. Раз у отца день рождения, значит, у сына день рождения. Конечно. Если у меня радость, то да. И детей тоже радость. Все, давай посмотрим. Я вообще сейчас. Вот женщина. Нет. Ну, не то, вы меня удивили, если честно. Да? По отца посмотрим. Ну да. Ну мы вчера думали. Я говорю, ну что мы подарим? Что я не знаю. Ну если честно, мне ничего не надо. Как не надо? Мне главное же внимание. Ой, вы молодец. Да. Главное внимание. Чтобы... Я всегда думаю, то, что надо. То, чтобы пользоваться. Мне достаточно, что вы меня любите, и все. Пользоваться, чтобы тебе пользоваться. Я думала, может, какие-то вещи, что-то купить. Ну, что вещи, у нас так тряпок хватает. Ладно, считай, телефон тоже это. Не то, не все. Так что, у тебя день рождения раз в году. Так что, давай это уберем. Так, это вот так вот. Угу. Ну вот, будешь ты современный. Угу. Ну, у него тоже телефон как бы такой вот. Интернет есть и все, но 128 гигабайт памяти, что снимать можно. Да? Как у меня же. Да? Да. Ну хорошо. Хорошо. Будешь видео снимать. Выключен телефон. Ну что скажешь? Ты доволен хоть? Ну конечно. Я удивлен, я не то слово доволен. Говорю, что? Конечно. Нормально, присела, девочки, попрощаться с вами, пока Елочка спит, потому что ребенок капризничает, у нас режутся зубы, так что нам не до дней рождения, не до праздников, чаю с медом попить, говорю. Так что приезжала сестра, поздравила. В общем, поздравили мужа, я думаю, довольный. Да, еще как довольный. С новым телефоном сейчас. Ну. Красота. У нас уже время ближе к вечеру. Гостей проводили, посидели недолго. Дети разбежались. Даня у нас гулять ушел, Толя уехал. В общем, остались мы одни. Винца бутылку сестра вот привезла. Не является вином. Кстати, не вино, значит.
кто тогда? Ну, берем до лучших времен. Угу. Какой-нибудь праздник будет. Не является вином, а чем является вино, да? Напиток какой-то. Подарила постельно. Да. И мне тоже подарочек подарила. Света, тебе спасибо огромное. Дезодорант. Романтик, нежность, шелк. Матвейка завлекся мультиками. Ну все, проснулась. Ева. Так что. Попрощаюсь, девочки, на этом с вами. Всем вам огромное спасибо. Так у нас пролетает, можно сказать, денечек. Что-то еще куснуть сладенького на десерт. Денечек пролетает. День был жаркий. Сейчас к вечеру жара спадает немножко. Надо будет идти вон сейчас воды в бочке набирать, поливаться. Так что такие у нас дела. Всем вам огромное спасибо, девчонки, за поздравления, за пожелания. Кто в WhatsApp писал, в Телеграме, на Дзене. Девочки, огромное-огромное вам всем спасибо. Я вас всех благодарю. Желаю вам всего доброго. Ну и до скорых встреч. Всем пока-пока. Сейчас чаек попью и Евочку надо кормить. Она поспала немножко.